Хочу я одна здесь. Не поняла. Коллеги, добрый вечер. Меня слышно? Скажите, пожалуйста. Слышно. Слышно. Спасибо, спасибо. Что такое-то тут весь белый на экране? Сейчас, минутку. Добрый вечер еще раз. Уже вечер ведь, да? Время классное, такая пятница, 4 часа. Народ полон сил, 7 человек у нас. У нас учителя информатики, да? Скажите, пожалуйста, все учителя информатики? Ау. Я информатик. Ага, спасибо. Ну, значит, будем понимать друг друга, надеюсь. Итак, время 16:00. Еще раз всем добрый день или добрый вечер уже. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Скажите, вы вообще можете со мной все поговорить, там какой-нибудь знак подать, что вы там, ну что, вас слышно или нет?
Слышно? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы одна умеете говорить, да? Не знаю, я в Zoom. Народ молчит. Я тоже в Zoom. В Zoom я тут особенно не профессионал, мы с ним сильно не работаем, но демонстрацию экрана, надеюсь, сейчас получится у меня сделать, наверное. Проверим, как связь у нас сейчас. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Нет, ваш экран не видно. Может быть, еще не прогрузился? Сейчас посмотрим. Все видно. Zoom написано. Все отлично, хорошо. Сейчас я, значит, вам покажу, с какой целью мы тут все собрались. Вообще, понимаем, да, с какой целью мы тут собрались или нет? Есть понимание? Ну, исследование, которое недавно только было, Акиос какой-то. Оно недавно прошло, да? Оно недавно прошло, но есть одно, но тема-то получается не по курсу информатики, даже такой темы нет у нас. Учебников нет, с 1 по 11 класс, ну, прошли. Ага, прошли. Ну, значит, давайте немножко еще так поговорим. Ну, может быть, вот вы одна со мной разговариваете, может быть, кто-то еще знает, вообще знакомы ли вообще полностью с этой системой ISILS? Кто-нибудь еще знаком? Мы прошли, но я не в курсе, сразу говорю, потому что нам сказали, да? Мы участвовали, но нам тест отправили, вот ссылочку, по нему прошли. Но там получается информатика, блендер, а у нас блендер не изучается за курс информатики. А тесты, которые там проходили, дети говорят, ну те, которые быстро-быстро сообразили, говорят, они взяты, говорят, просто-напросто с какого-то сайта. Все, с сайта взяли, все тесты прошли, говорят, а что там проходили, говорят, а там сайты, там в сайте написано ответ, говорят, те же самые прошли. Хотя я там не присутствовала, я, главное, детей отправила в 8 класс, и все. Ну, хорошо, а как вот вы думаете, какой смысл этого исследования вообще? Не могу сказать. Главное, что нам вовремя его поставили, да, надо было раньше какому-то прийти это выводу, да? Ну да. Ну вот смотрите, вот сейчас, допустим, у вас какой-то опыт там есть, хотя бы, допустим, кто-то там ученики вам рассказывали, как бы вы сейчас стали готовить учащихся вот к этому исследованию, допустим, через 5 лет, когда это будет в следующий раз, да? Ну, во-первых, я должна знать, о чем, что будет исследоваться. Это какой-нибудь язык программирования, либо какой-нибудь конкретно, чтобы я знала, либо моделирование, или общий курс, либо программирование. Потому что из этого никак я не могу. Общий курс полностью 100% ребенок знать не будет, даже 8 класс. Пусть хоть с 1 класса изучает информатику. А здесь они дали моделирование, а моделирование проходит только 1/4 в 6 классе. Всего 8 часов. Все, потом моделирование у нас не проходит. Углубленное изучение информатики не все идут, потому что как таковой углубленного у нас нет. У нас обычная школа. У нас 1 час в неделю и все. Ну, у нас тоже вот особенно углубленного нет, это в общем курсе, который. Ну, хорошо, это значит международное исследование компьютерно-информационной грамотности общей. Оно проводится впервые, было в 2013 году. В 2013 году. И каждые 5 лет. Потом в 2018 году уже Казахстан участвовали мы. Но там, к сожалению, результатов никаких не показали. Но здесь главное, это не соревнование между странами или еще чем-то. Это просто получается как бы такой срез. Вот срез учащихся, знаний учащихся. Вот общий такой срез. Здесь программирования вообще никакого нет. Даже близко никакого программирования здесь даже не пахнет им. Вот основная цель – это определение уровня компьютерной и информационной грамотности учащихся, влияние различных факторов на формирование этого навыка и взаимосвязи между компьютерной и информационной грамотностью и общей успеваемостью ученика,
Вот там где-то в исследованиях я читал, сейчас вам покажу, может быть. Значит, вот второй цикл. Мы участвовали в 2018 году, принимали участие 14 стран. И следующий вот был 23-й год. Тоже наша страна участвовала. Но результаты будут только где-то через год примерно опубликуют. Поэтому будем ждать целый год еще только результатов. Вообще, это единственное исследование в настоящее время, который отвечает на ключевые вопросы, связанные с использованием ИКТ. Но также, вот, допустим, я когда вот посмотрел, познакомился с их исследованием, с материалами, что они хотят. Они не просто хотят вот уровень учащихся понять. Там целый комплекс у них такой, целый подход, целый набор задач, которые они решают. Вплоть до того, что там изучать какие программы в школах, например, в разных странах, какой уровень подготовки, также для политиков в сфере образования тоже эта информация уходит. Это очень такое масштабное исследование, там досконально они все исследуют. Не просто вот знания учителей. А вот скажите, пожалуйста, кто участвовал? Учителей из ваших школ тестированию было какое-то там анкетирование, какие-то анкеты заполняли, нет? Кто нет. Директор у школы нас ничего тоже не было. Да, если ничего бы анкета какая-нибудь была бы в нашей школе, мне бы сказали, потому что. А здесь никакой анкеты нету, нам ссылка пришла, сказали 8 класс пригнать какое-то время, и 4 параллели, 4 класса мы все каждый прогоняли. Пригнать это по-нашему. Ну, а что делать? Пригнали. У нас определенное время с 8 до 9, 1, 9 до 10, 1 класс, 10 до 11, вот такой класс, быстро с уроков. А пригнать? Извините за выражение. Да нормально все. Это нормально, у нас тут не какое-то там официальное общение, просто, я так понимаю, мы должны к какому-то такому прийти выводу, что ли, например, как вообще детей готовить к этому, и, может быть, там поменять взгляды на наши программы, может быть, какие-то факультативные курсы придумать сейчас. Я вот сейчас попробую немножко вот так, сейчас пройдемся, давайте, в общем, а потом по заданиям посмотрим. Значит, они решают такие задачи, вот какие различия существуют между странами, например. Какие аспекты внутри школ, допустим, индивидуальные личные характеристики учащегося. Я там почитал, там такие анкеты для учащихся, там вплоть до того, кто ваши родители, где работают. Вот они эту информацию хотят как раз таки получить. Так, кто-то к нам присоединился, да? Коллеги, у кого микрофон говорит? Кто там разговаривает в микрофон? Добрый вечер, кто подсоединился? Так, ну, это понятно у нас. Вот давайте для себя вот с терминами определимся. Как вы понимаете компьютерная информационная грамотность? Мы же учителя информатики. Кто может свою версию предложить? Ну, владение детей, учеников компьютером как инструментом, умение работать с информацией. Поиск информации, обработка и так далее. Так, еще версии есть, спасибо. Коллеги, интересно, сколько человек у нас? 13, да? Коллеги, давайте поактивнее как-нибудь. У нас же неофициальная такая встреча, просто мы тут разговариваем, сидим, учителя собрались. Давайте пообщаемся по этому вопросу. Есть еще мнение? Компьютер информационной грамотности. Мы же не на все. У кого-то микрофон включен. Пожалуйста, выключите, если там отвлеченные разговоры. Ну, вот есть такие определения, допустим, официальные такие вот там. Под компьютерной информационной грамотностью понимается способность личности использовать компьютеры в познавательной, творческой деятельности, а также для коммуникации, чтобы эффективно действовать дома, в школе и на рабочем месте, в социуме. Это такие несколько вот определений таких вот. Вот в нашем законе РК об информатизации от 2015 года, значит, такое определение дается. Это знание и умение человека использовать ИКТ в повседневной и профессиональной деятельности. Ну, это так, для общей справки.
А вот в самом ISILS в 2018 году, который проходил, у них, значит, такое определение было дано. Это способность человека использовать компьютеры для исследования, творчества, общения и при выполнении ежедневных задач в школе, на рабочем месте и в обществе. Ну, в общем-то, все такие определения, они близко так и понятны друг другу по смыслу. Так. Ну, вот в основном это исходит вот из рынка труда современного. Говорят, кстати, сказать, что скоро много профессий будет исчезать. Вот тут нам недавно лекции читали. И что в 2030 году уже 80% такси будут без водителей. Роботы будут водить. Не знаю, так будет, не будет, но такая информация поступает. И, в общем, много профессий исчезнет. А вот, видимо, наша компьютерная грамотность, она как раз-таки будет востребована, я так полагаю. И чтобы вот наши дети были востребованы на рынке труда, как раз-таки они должны вот и владеть вот этими вот современными навыками. Потому что, сами же вы понимаете, учителя информатики, да, что каждый год все меняется, усложняется, заменяется и так далее. И вот интересный вывод вот был по материалам обследования ISILS 2018 года. Замечена тесная связь между успеваемостью ученика и применением ИКТ в его обучении. Это вот из официальных источников, вот из отчета 2018 года. Поэтому требуется более глубокая интеграция ИКТ в образовательный процесс. Вот скажите, пожалуйста, у вас в программах официально, я, может быть, не все программы там знаю, школьные, какие-то стоят вот специальные, там, ну, в программах вообще есть такие темы, там, использование, допустим, электронной почты, там, Word, Excel, создание презентаций, там, есть такие вот у вас? Прям сейчас гораздо меньше, чем это было раньше. В основном это в начале обучения. Именно Word, PowerPoint, да, почта, браузер, интернет. Это вообще начальная школа. Почему? Начальная школа там не глубоко, да? Да, а потом уже нет. Excel только из офисных. Вот программ. И у нас точно так же. Такая же история. Можно, да, добавить? Вообще, да, конечно. Меня зовут Маргарита. Вообще по спирали сейчас у нас получается обучение. И, допустим, я считаю, что это неправильно. Допустим, идет раздел какой-нибудь, например, робототехники, и туда вставляют цели обучения, которые подразумевают изучение Microsoft Word. И дети даже не понимают, что они изучают какую-то программу. Это в начальных классах, допустим, третий, четвертый класс. И я считаю, если изучать офисные программы, то глубже, а не поверхностно рывками, как сейчас у нас происходит. Вот такое мое мнение. Ну, спасибо. Я совершенно с вами согласен. Это все учителя примерно так и думают, наверное. Вот тоже такая же точная история. Даже в старших классах вот сейчас там какой-то оформить доклад, что-то толком проблематично многим детям у нас. Это обычная работа в Word проблематично. Даже вот какие-то слухи ходят. Потому что Word толком и не изучается. Да, а он там только 50 умеется, а там же нюансов же много. Мощная оформление доклада, все было, а сейчас такого нет, у нас времени нет. Да, это я все вот понимаю, что вы говорите. У нас точно такая же проблема. Вот кто-то предлагал, допустим, пересмотреть программу в таком разрезе, что информатику разделить на две части. То есть программирование отдельно, а общая информатика отдельно, как два предмета вроде бы. Ну да, правильно. Потому что не все дети любят программирование. Дело в том, что некоторые бывают пользователи, некоторые им программирование нужна будет. Они бы как дополнительный курс же пошли бы спокойно. Да. А здесь уже технично можно их готовить. На IT-программирование, на IT-технологии спокойно можно использовать. Они на всех курсах проекторов будут уже участвовать. А здесь получается даже то же самое Excel, которым пригодится жизнь и презентацию. У нас времени нету. Начальные классы что они могут? Ставят рисунки, поставят, четверть закончился и все.
а потом они не используются. А все учителя требуют, чтобы дети делали презентацию сами. Да, да. А кто виноват? Учитель информатики не научил, да? А, да. А на дистанционном-то кто виноват? Учитель информатики, что они не могли зайти в WhatsApp Web. А у нас по программе никакого WhatsApp Web нету ни в каком классе, что они должны заходить через WhatsApp Web. Что они могут отправлять почту. Это опять учитель информатики. Это когда в втором классе было. Пришлось заново обучать, ссылку все вставлять, объяснять. Хотя нигде не написано. Ну, а сейчас первый класс, да, пересмотрели, да, да, они программу, можно, да, добавить? Пересмотрели программу, и интересная сейчас тема рисования, да, и сразу с фигур. Как будто дети пришли в первый класс, и уже они все это умеют. Мои дети сейчас вот пришли, у них уже навыки управлять планшетом и телефоном, а дома сейчас не у всех компьютеры и ноутбуки там, допустим, есть. И дети мышку держать не могут, а мы им фигуры рисуем, да. Так, ну, коллеги, вот эти все проблемы, конечно, понятные, чаяния, проблемы. Может быть, какой-то выход найдем из этого? Или не найдем? Или мы ничего не сможем решить? Как вы думаете? Ничего, например, не делают. Факультативный курс какой-нибудь, допустим, программу факультативного курса или там элективного курса, как в рамках каких-то, можно же создать, да, например? Специально для подготовки. Создать можно, но есть одно но. А кто оплачивать будет? Потому что создадим, это время уйдет, да? Потом, получается, мы должны группу набрать, наберем группу. А потом оказывается, что это нужно администрации, потому что дополнительное обучение идет. А это у нас тоже время, у нас тоже дети, которым мы должны уделять время. Коллеги, коллеги, я все это понимаю, нет, у меня тоже дети. Смотрите, этот же опыт у нас был, когда мы начинали информатику, когда мы информатику вели как УПК за счет часов труда. То есть в 9, 10, в 11 классах было 4, да, от 4 до 6 часов. Это были уроки трудового обучения. Вспомните? А сейчас-то нету. Детей за 3 года мы им давали такую базу данных, такую базу знаний, что они у нас в Томский вуз, когда спрашивали, откуда вы пришли, автоматом ставили оценку по информатике, потому что мы учили детей. Просто сейчас наше, кто там, Министерство просвещения, они пытаются объять необъятное, потому что все, что связано с компьютером, в геометрической прогрессии возможности растут, и мы чему только мы не пытаемся научить детей. И веб-программированию, и программированию, и еще даже... Робототехники. Наш 11 класс, если взять, чему мы вообще учим в 11 классе, волосы дыбом встают от всех этих тем. Когда вот тот же 11 класс, реально можно было бы посвятить как раз практическим знанием, и тот же Word, и Excel, и все что угодно, то, что вот реально дети выйдут из школы, и то, что им надо будет. Даже вот не надо никакие часы, да, вот взять хотя бы 11 класс, пересмотреть уже, насколько было бы больше пользы, чем вот этот вот прям аж плеваться хочется. Извините. Ой, ну ладно, давайте плеваться не будем, уважаемые коллеги. Все мы это понимаем, проблемы. Ну, хотя бы мы что можем сделать? Хотя бы донести до руководства, что... Просто это же не просто так, это как бы не игрушки. Это надо, если изучать, то основательно изучать они. Мы то по верхушкам тут проскакали, программирование по верхушкам проскакали, робототехника по верхушкам, и вот все по верхушкам получается. Поэтому нужно как-то нам... Ну, что учителя? Ну, учебники же были хорошие. Ну, вот понимаете, когда первый год я после университета пришла, у меня был 7 класс информатика, но там был полностью Paint. Я в Paint'е там почти что полгода. Они от и до знали. А сейчас что? Да, вот коллеги, я помню. Два урока. На один урок мы ничего не сможем сделать. Либо два урока было, можно было что-нибудь там придумать. А за один урок никто ничего не сделает. Пока придут, пока сядут, пока домашние, уже 10 минут нету. 35 минут коллеги, урока ничего не будет. Коллеги, я все это понимаю, я в таких же условиях работаю. Я могу таких душераздирающих историй много рассказать. Спасибо за ваши эмоциональные вот эти рассказы. Конечно, спасибо, правда. Это все понятно, чаяние наше всем. Надо просто как-то это доносить, пробовать до руководства, может быть, потому что это ведь серьезное исследование ISILS вот это вот. Есть специальная оценочная модель, там у них все так досконально разработано, я его смотрел.
Вот давайте так для общей информации, в общем, участвуют в каждой стране более 150 и более школ. Ну, те страны, которые заявки подали. 20 восьмиклассников из каждой школы выбираются случайным образом. 15 учителей, преподающих восьмиклассникам из каждой школы. По идее, вот такой вот формат был. Я не знаю, как сейчас проходил, но вот это вот официальные данные, вот, которые были... Нет, например... так не проходило. Ну, вот такой формат. Там я даже посмотрел, тесты пишут. Не тест, а анкету заполняют учителя, даже директор школы там тоже выборочно. Они там срезы делают, сопоставляют страны, школы, вот это вот. А как реально было, я, честно говоря, не знаю, наша школа не участвовала, нас не выбрали, видимо. Мы в двадцатку не попали, значит. Можно спросить? Да, когда конечно. Проходили тест, Асю, вот этот, предыдущий, у вас через сайт заходили или были МВКО, портал КЗ? Нет, у нас стояли компьютеры отдельно, у каждого был свой пароль, каждый ребенок заходил со своим паролем, система замкнутая, сразу все ресурсы компьютера отключаются, ну, то есть сама программа тестовая, она забирает все ресурсы и сделана по аналогии с операционной системой, то есть ребенок никуда выйти не может. Вся информация, весь материал для задания находится там внутри системы. Вот в этом сложность, потому что точно... Нет. В этот раз был, получается, как Teams идет, ISIS, то же самое, через портал, были МВКО, портал КЗ, можно было спокойно зайти, один пароль для всей школы, получается, вход в логин, только у каждого должен быть логин и почта, все. Это были МВКО, портал КЗ, спокойно можно зайти в интернет, спокойно можно зайти, везде можно зайти и везде посмотреть. Никакой анкеты не было, там была тема, получается, 4 вопроса, я спрашивала, попросили, говорят, сфотайте вопросы. 4 вопроса было. Байт, бит, килобайт и счет. Единственное измерение информации, точнее. Оставшиеся вопросы, блендер полностью. Ответы можно, если ребенок знает интернет, тем более у нас все подключены к интернету, вся школа. В кабинете робототехник, все компьютеры, 25 человек сидели, спокойно можно было зайти в интернет, спокойно можно найти был ответ. Никакой. Ну, вообще, то, что вы говорили, ничего такого не было. Я точно вот не знаю, как сейчас было. Я в этом не участвовал в последнем. У меня такое ощущение, что мы вообще о разных вещах говорим. Ну вот и когда я изучил материалы вот эти, там вот досконально все прописано. Там никакого выхода в интернет нет. Там через систему только можно попадать в интернет. И тут только на те сайты, которые нужны для выполнения конкретных заданий, которые там будут предложены. И причем там вот я написано посмотрел... у вас. Написано, что да. У вас 20 восьмиклассников, да, а у нас, получается, весь параллель восьмых классов отправили. 15 учителей, учителя у нас не было. Ну, извините, может быть, это у вас просто какая-нибудь тренировка была или еще что-то такое? Ну, нет, что у нас еще не было. У нас через БЛМВК, портал КЗ, через вот этот, который все время. Через него зашли, сказали, осился, и все. А какого числа было это у вас? Ой, не ну, помню. Примерно. Я вот... Неделю. Сколько назад по времени? 2-3 недели? Давно. В начале, четверти. Тогда это может быть даже не то, о чем мы говорим. Вот, возможно, не то, но там написано «Баласец». Потому что у нас группа информатика, у нас несколько школ так проходили. Ну, хорошо, и давайте поговорим. Были... Об официальном давайте поговорим. Вот инструментарий, который есть. Там тестовая программа, анкетный опрос у всех есть, информация доступная, рассчитанная на возраст восьмиклассников и вот релевантная. Ну, то есть только та, вот, если задание дано, к этому заданию есть информация, и никуда ученик выйти не может. Он только пользуется той информацией, которая заложена внутри самой системы. Вот такой подход здесь предусматривается. Например, вот были такие задания. Вот я это и по материалам 2018 года. Там есть, например, было 5 модулей. Эти 5 модулей, они по сравнению с 2013 годом, 2 модуля, 3 модуля оставили, а 2 модуля сделали новых. Для того, чтобы там написано, они сделали как бы ну, связь, видели развитие какое-то. Вот, например, был такой модуль, называется «Настольные игры». Учащиеся используют представленные в программе инструменты и информацию, чтобы создать заметку,
которая должна убедить учеников школы присоединиться к онлайн-группе «Настольные игры». Ну, такая тема просто задается, там, например, «Настольные игры», вот тема. 5 модулей. Первый модуль был «Настольные игры», например. Вот учащийся должен, используя, допустим, там инструменты, там, например, может быть, не Word или там какой-то, ну, все равно такой же редактор, подобный, как Word, допустим. Он должен уметь вот создать заметку, красиво оформить и так далее. Второй, допустим, модуль был «Музыкальная группа». Учащиеся планируют разработку веб-сайта, ну, веб-страницы там вообще-то в идеале, редактируют изображение и используют простой конструктор веб-сайта для создания веб-страницы с информацией о конкурсной школьной, о конкурсе школьной группы какой-то, музыкальной группы. И вот они должны создать вот этот сайт. Ну, в виде такой одной странички сайта, одностраничный сайт такой. И должны там вот уметь, значит, в простом редакторе, ну, наподобие таких, как наши, например, Wix там или еще какие-то вот такие вот системы, создавать вот такие сайты. Теперь смотрите. Третий модуль был, дыхание называется. Учащиеся управляют файлами, оценивают и собирают информацию, чтобы создать презентацию. Здесь работа с презентацией идет, объясняющую процесс дыхания 8 или 9-летним ученикам. То есть они должны создавать какую-то презентацию. И там есть еще, например, это не это просто как бы один модуль, а в модуле есть задания с конкретными критериями там расписанные. Мы их видеть не можем, так несколько только у нас там есть его посмотреть, потому что система закрытая. Ну, и там, допустим, там прикрепил ты там изображение, там развернул, там повернул что-то, допустим, добавил текст, поменял там что-то еще, направление. Каждый, допустим, пункт, он по критериям оценивается, и из которого складывается потом общая оценка. Еще один модуль был, например, такой, школьная поездка. Учащиеся помогают планировать школьную поездку, используя онлайн-инструменты, например, аналог Excel. А также выбирает и адаптирует информацию для составления информационного листа о поездке для своих сверстников. Информационный лист включает карту, созданную с помощью онлайн-картографического инструмента. То есть они должны, ну, например, там Google Map или еще где-то создать карту, какой-то маршрут, рассчитать стоимость этого маршрута, используя Excel. В Excel я там видел, использовались фильтры, там, ну, выборки какие-то делались. Вот, вот, такой, вот такая комплексная задача у модуля была, допустим, у каждого модуля. Из 5 модулей программа случайным образом выбирает 2, которые учащиеся, с которыми работает учащийся. Не обязательно эти 5 модулей, а только 2 программы выбирает. Меня слышно, да, коллеги? Я что-то много разговариваю. Слышно. Вот еще был один модуль «Переработка отходов». Например, учащимся представляется видеоролик, в котором содержится информация на тему переработки отходов. Учащимся требуется оценить на достоверность представленную информацию, затем объяснить и аргументировать свои выводы. Вот такой еще один модуль был. Вся информация, которая нужна для выполнения вот этого задания, она находится внутри самой системы тестовой. То есть не где-то в интернете там ребенок ищет. Компьютер полностью, вернее, программа полностью забирает все ресурсы системы. Вот виды заданий тут еще, значит, я вот тоже выкопал у них там. Например, задания, ответ которых основан на представленной информации. Второй вид задания. Задания, требующие использования определенных компьютерных навыков. Третий вид – задание, требующее создания информационных продуктов. Ну, это вот, например, презентацию там или, например, сайт какой-то. Вот такой скрин, если кто-то, может быть, участвовал, видел. Вот такой скрин официальный, значит, с документов. Я видел, это вот как работает программа, школьная экскурсия. Нужно выполнить несколько небольших и одно большое задание. Это вот задание ученику. Выбрать с помощью интернета музей для посещения во время этой экскурсии, посчитать стоимость экскурсии, подготовить информационный листок об экскурсии и карту с пешим маршрутом
Это вот большое задание. Два первых полегче, третье большое задание. Вот, например, первое вот такое, вот такое задание – создать школьную экскурсию. И видите, он должен показать все навыки – и Word, и Excel, и создание карты, ну, использование карты, создание маршрута, и что еще, и презентацию сделать. Вот такое комплексное задание. Вот не просто там какие-то, я не знаю, про байты, биты, вот кто-то рассказывал, я такого нигде не встретил там. Таких заданий, конкретно касающихся каких-то учебных тем, вот именно по информатике, я нигде не встречал. Задание вот такого рода, вот то, что я вам сейчас показываю примерно. Это по материалам 2018 года. Значит, по их логике в 2023 году должно... три модуля остаться, а два новых добавят они модуля каких-то. Ну, там, может быть, будет не инструментальный ансамбль какой-то группы, да, школьной, а что-нибудь там в поход за грибами, я не знаю, что-нибудь еще такое. Так, ну, вот такие тут есть мелкие, не очень хорошо видно, но так примерно можно увидеть. Сейчас я вам покажу еще покрупнее. У меня есть еще такой файл один, который я тоже приготовил для вас. Сейчас я его использую. Где-то у меня вот здесь, да. Один момент. Куда я его делал? Вот он. А, PDF. Видно, да, мой экран, коллеги? Скажите, пожалуйста. Да, видно. Не уснули там? Видно. Ну, вот смотрите, если это исследование, которое, вот, может быть, оно будет, я не знаю, но про которое вы говорили, я вот такой информации нигде не видел. Это я брал с официальных отчетов, с российских, с казахстанских, даже с англоязычных этих отчетов. Ну, там все аналогично. Например, вот такое инструментальное исследование. Вот организация школьной спортивной секции, тема модуля, да? Задание от 1 до 5. Подразумевает выполнение несложных заданий с выбором ответа, например. Задание первое. Необходимо определить получателей электронного письма, приведенного вместе с заполненными графами, от кого, кому и копии. Проверяется, знаком ли учащийся со стандартной практикой указания адресатов и отправителя при электронной переписке. В частности, понимает ли он, что люди, указанные в графе копии, тоже получают сообщение. И вот такое изображение есть, можно посмотреть. Вот это то, что видит учащийся. У учащегося там указывается время выполнения задания. Там вот спортивная секция называется. И вот он должен, вот используя вот визуально, который материал он видит, отвечать на те вопросы, которые там будут задаваться. То есть работа с электронной почтой подразумевается. И вот тут есть ответы. Допустим, кто еще получит данное письмо? Ты можешь выбрать один или несколько вариантов. Там Вера, Аня, Алексей, Борис. И вот тут они указаны. Вот Вера, Анна, Борис. А Алексей не указан. Значит, то есть Алексей не участвует здесь. То есть учащиеся должны понимать вот такие вот моменты, такие тонкости при работе с почтой. Я по заданиям быстренько пробегусь, потому что это, наверное, самое важное. Тестируем. Второе задание. Тестируемый должен перейти на веб-сайт, адрес которого дается простым текстом. Данный текстовый элемент требует от учащегося демонстрации базовых навыков навигации. Ситуация осложняется тем, что универсальный указатель ресурса не оформлен как гиперссылка. Ну, чтобы попасть на сайт, вот тут вот он есть, вот он. Допустим, на этот сайт он должен там его скопировать, как-то что-то придумать, в общем, попасть на сайт. Потому что он как гиперссылка не оформлен, допустим, специально, наверное, так задание сделано. Вот такого рода задание. Теперь задание 3, например. Спортивная секция. На предыдущих этапах выполнения работы вошли на веб-сайт, провели ряд действий. Теперь должны закрепить право на редактирование совместного информационного продукта за другим учеником. То есть какое-то сотрудничество. Данное задание проверяют нелинейные навыки. То есть сможет ли учащийся, не покидая сайта, зайти в меню установки и выбрать необходимую опцию для доступа к указанному ресурсу. Вот тоже изображение есть. Покрупнее сделаю.
Вот это документ, над которым вы работаете. При помощи настроек совместного доступа в ключи Ани режим доступа можно редактировать для данного документа. Нажми там на стрелочку, когда закончишь выполнять это задание. Вот такое вот задание было. Это задание 2018 года. Так, задание 4.5. Оценивать способность школьника определить степень надежности отправителя электронного сообщения после регистрации, то есть уже пошла безопасность, компьютерная безопасность, ну, информационная безопасность. После регистрации получает письмо и должен ответить, какие признаки указывают на то, что отправитель пытается обманом заставить пользователя назвать свой пароль. Задание 4. Необходимо объяснить, какая особенность приветствия может свидетельствовать о нечестных намерениях автора сообщения. Зачетный балл получают те, кто указал там обращение обобщенное, а не персональное. Ну, то есть вот защита информации. Еще одно задание. Теперь в центре внимания адрес отправителя. В соответствующей графе сообщается, значится, что оно поступило с бесплатного почтового сервиса, ну и так далее. То есть по каким признакам можно понимать, что, допустим, письмо имеет какой-то злой умысел. Теперь примеры второго типа заданий. Участник должен продемонстрировать навыки использования программных приложений. Например, модуль «Школьная спортивная секция предполагает создание рекламного постера». Создаем рекламный постер, дети создают, используя какие-то графические редакторы. Но, как утверждают авторы вот этого исследования, все редакторы, они аналогичны всем существующим, которые к Microsoft относятся, например, работают точно так же. Там вставка изображения, слои там, и так далее, повороты, изменения, масштабирование и так далее. Вот, например, то, что видит ученик. Инструкция по выполнению большого задания, основного задания, допустим. Сейчас тебе предстоит подготовить объявление, рекламирующее спортивную секцию в твоей школе. Твое объявление должно вызывать желание записаться в секцию. Твое объявление должно включать название секции, график работы, в какие дни и часы, информацию о том, что ребята будут делать, какой спортивный инвентарь и так далее, и так далее. Ну, я читать не буду, если кому-то интересно, эту информацию я приготовил вам, в чат спрошу, там ссылка скачайте где-нибудь. Так, что еще? Вот такого типа задания. Создать плакат. 30 минут отводится на такое задание, например. Там всего два задания по 30 минут будут. По 30 минут на каждый модуль. Всего два модуля будет предложено учащемуся. Так, в любой момент может просмотреть свои там баллы какие-то, насколько он выполнил. Так, что еще тут интересно? Ну, вот вставка текста, элементарные вещи есть там, как можно. Редактирование текста, общее редактирование, замена фона, вставка изображений, перетаскивание рисунка. Вот такие вот моменты, которые вот... Основные, которые вот можно детям, в принципе, готовить вот потихонечку. Я не знаю, на уроке, конечно, я понимаю, что у нас там свои темы, свои ссоры, Сочи, свои цели разные. Ну вот, и еще, меня слышно, да, коллеги? Ни у кого вопросов не возникает там? Кто-нибудь не хочет ничего сказать? Ау, народ, вы живые? Можно вопрос? Перевариваем. Конечно, пожалуйста. В начале презентации у вас было там первое, кажется, второе, там таблички там было написано. Там было два сайта написано было, Canva и Wix.com. Wix.com изучается в 10 классах, Canva изучает в 10-11 классах. Как восьмиклассники должны это знать? Нет, ссылка это на... пример, это для это а не софи... это мое предложение, это не совершенно. Я сказал для примера, там написано, что по аналогии вот таких простых по редакторов. Аналогии, да. Да. Ну, как потом... они веб-сайт должны, например, знать? По аналогии. Вот как сайт создать, я не знаю, они вот как смогут они создать сайт. Ну, вот почему-то они считают, что восьмиклассники должны уметь создать простую веб-страницу, используя любой какой-то редактор.
То есть получается, мы как-то хотим или нет, если хотим участвовать на высоком уровне в этом исследовании, как-то должны их готовить, я не знаю, просто нужно эту информацию. Мы, конечно, там никаких там не внесем. Предложение то можем выносить, но решать-то все равно не учителям, да? Так, и еще вопрос. Тоже да. Google Map. Да-да-да. А что с ним делать-то? Как они будут с ним работать? Они, допустим, заходят и прокладывают маршрут. Например, планируют экскурсию. Давайте сейчас я вам покажу примерно в таком варианте. Я для себя вот решил, как я буду действовать. Как я буду действовать. Не знаю, кому понравится, нет. Я предлагаю вот такой вот вариант. Так, я где-то вот открыл, да? Я вот такую штучку для приготовил, кому может быть интересно. Вот основные моменты по результатам исследования заданий ISIS. Это то, что я сумел выжать вот из всех вот и понять. Я изучил так довольно досконально отчеты 13 и 18 годов исследования. И вот к какому выводу я пришел. Они должны обязательно изучать Word хорошо. Довольно глубоко Word можно изучить. И вот такой документ у меня в PDF на формате есть, там вместе с ссылками. Я вам приготовил. Видно, да, мой экранчик же, да? Вроде бы. Да, видно. Если кто-то будет заниматься какой-то подготовкой или, может быть, кого-то будут там добровольно-принудительно заставлять как-то что-то делать. Например, вот Microsoft Word. Я отобрал там такие материалы, вот здесь ссылочки есть, в PDF-ном формате вот такой файл, там ссылки все работают. Я отобрал там отличные курсы, в таком в хорошем варианте, полностью глубокий там изучение Word. И ну так, доступным языком. Это чтобы, допустим, кому-то время не терять там на поиске. С Word вот эта хорошая такая ссылка, там можно найти материал. Теперь создание презентации. Ну, здесь уже на ваше усмотрение, конечно. Вот они, значит, вот я тут здесь выписка есть из задания. Управлять файлами, оценивать, собирать информацию и создавать презентацию, объясняющую процесс дыхания, например, там какой-то. Тоже там у меня есть ссылочка, где можно посмотреть, поработать по презентациям. Хорошие материалы. Например, вот Microsoft Excel, да? Скажите, пожалуйста, вы же, наверное, используете часто, да, Kahoot? Да? Да или нет? Приложение. Я нет, да. Ну, это вообще-то эффективное же средство, скажите же, да, кто использует? Да, причем здесь с 1 по 11 да. класс одинаково любим всеми. При подготовке к Microsoft Excel я создал такой Kahoot на 100 вопросов, можете себе представить, ровно хватает на 80 минут. Ну, то есть на пару, говоря, в учебную пару. Если будет какое-то время, вот здесь ссылка, она открытая, на мой Kahoot. Вы зайдете, сразу можете как преподаватель ее запускать игру вот по этой ссылочке. Excel, там 100 вопросов по Excel, разных-разных вопросов. Может быть, кому-то пригодится при подготовке к Excel. Создание, ну, то есть работа с электронной почтой. Здесь тоже вот есть у меня ссылочки. Там есть видеофрагмент очень классный такой, как можно работать там с электронной почтой. Ну, здесь безопасность рассматривается еще, например. Можно там, есть такой сайт, вот паспорт Касперский, как проверять пароли, тоже детям нравится работать с такими ресурсами. То есть любой пароль можно проверять, там пишется время, через какое время ваш пароль будет взломан там. Ну, то есть они могут понять сложность пароля вот этого какого. Вот эти ресурсы довольно тоже такие, ну, нормальные. Чтобы кто-то, кто будет заниматься, чтобы вам не искать лишний раз. Я просто вот такую выжимку сделал, уже приготовил. Так, что теперь еще касается? Вот основы компьютерной грамотности еще есть, да? Вот есть такие курсы, не курсы, а ссылки на такие сайты, по-моему, там российские сайты есть, где можно тоже разные тесты найти. Такие обучающие тесты неплохие по разным темам по информатике, тоже при подготовке. Еще, допустим, есть работа с картами. Здесь вот просто ссылка идет сразу тоже на карту, как с ней можно поработать, с этой картой, как создать презентацию. Потому что вот выписку я тут сделал. Лист включает карту, созданную с помощью онлайн-картографического инструмента.
Самый простой – это у нас Google Map инструмент. Самый простой. Там все автоматизировано хорошо. Вот можно с ним поработать. Там, в принципе, ничего сложного такого нет. Вы можете с ним работать. Так, использование сервисов Google, да. Ну, здесь я не буду, здесь понятно, там вы можете любые сервисы использовать. Например, там вдруг понадобится там какое-то тестирование провести или что-то еще. С графическим редактором тоже у меня есть ссылочка, там можете зайти поработать, простые редакторы. Ну, разные, на ваше усмотрение здесь можно выбирать. Вот по информационной безопасности у меня есть презентация, которую тоже я вам приготовил, если вам понадобится, кто-то будет. Мне кажется, на мой взгляд, такая нормальная презентация. Давайте по ней пробежимся, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Кибербезопасность. То есть это для 10 класса, но здесь очень много информации, она там не такая уж сложная. Так, введение там, то есть определение термина, что такое кибербезопасность, кибератаки, персональные данные, что такое идентификация, конфиденциальность данных, какие угрозы бывают. И вот самое главное, вот такой тут есть слайд, где написаны угрозы, такие простые названия, там кейлогинг, например, фарминг, фишинг, там вымогательство и так далее. Вот здесь все так кратенько, четко описано. Вот эти знания, они, мне кажется, тоже могут пригодиться вот там, потому что, когда я смотрел, там были вот вопросы по безопасности информационной. Тоже может вам пригодиться. Вот человек посередине есть там, цифровой след, как человек оставляет. Ну, это я так просто быстренько пробежался, чтобы вы понимали, о какой информации идет речь. Вот такой файл я подготовил, чтобы как раз вы, кто будет заинтересуется, может поработать с этой информацией. Так, коллеги, может быть, какие-то вопросы есть? Давайте еще что-нибудь обсудим. Я, например, вот как-то хочу какую-то вопрос создать... Вопрос только один. Куда отправить, когда отправить? Отправить, не знаю, сейчас куда-нибудь отправлю. Куда ссылку отправить, можно да? Здесь куда-нибудь в чат закинуть, мы скачаем сразу. У меня, вообще-то я архив приготовил, может быть, архив скинется тут у вас, я в Zoom точно так не знаю, в чате, да, можно скинуть или нет? Так, чат. Архив, а там сколько? Не знаю, сейчас попробуем, что там у нас есть. Текст, снимок, файл. Дополнительно, кому все? Добрый день, все слышно. Вот этот Zoom как-то, я с ним не, вообще редко работаю. Так, сейчас что-нибудь придумаем. Давайте я скину, знаете, давайте я вам напишу имя своей почты электронной и на почте оставлю вот этот архив. Хорошо? Так пойдет? Так же мы не можем же. Вы почту своя, ваша своя нет, же. Нет, 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 я оставлю ссылку на этот, на почте. Вы мне напишите, да, на почту? Я как всем отвечу? Я хочу ссылку дать. А вы потом на перекинуть. Да, ссылку на Google Диск, например, оставлю. На Google Диске у меня свободный доступ, скачаете. Ага, так, хорошо. Так, сейчас я почту напишу тут, например, где мы в чате находимся. Так, пишу почту. Так, давайте так. Ну, вообще цель, я думал, наша такая, чтобы сегодня, чтобы понять комплексный подход именно. Да, вот интересно, когда, каким образом с детьми вот это все можно отработать? Ну, вот такой вопрос, вот, скорее, наверное, не ко мне, а это как бы общий вопрос к администрации, наверное, всех школ. Вы же думали об этом отлично. Я думал, да. У нас есть селективный курс, который я могу, например, на следующий год запустить. Напишу программу сейчас вот по всем вот этим вот моментам, которые на экране вот вы видите. Прям программку можно создать конкретную, прям с темами и по времени там, ну, максимально самое интересное по Word, например, по Excel там. Создание страниц там или вот такие моменты вот сделать. Так, электронную почту я отправил вам вот. Да, увидели, записали. Все, вы мне напишите. Я вам ссылочку туда закину. А сейчас я размещу информацию, например, на Google Диск сразу весь архив. И архив с Google Диска можно будет скачать.
Я не знаю, будет эта информация вам полезна или нет, но это вот то, что я смог выжать из, именно вот из материалов вот 13-18 годов. Так что наша задача убеждать не только себя, и также убедить всю нашу администрацию, что для того, чтобы быть на высоком уровне, при, ну, как страна, например, да, чтобы наши дети на высоком уровне показывали, нужен комплексный подход к этому. Возможно, какие-то изменения в программах вносить. Но вот это то, что я увидел. Там никаких там, например, вот этих специальных знаний, там, сколько байт, килобайт там, и так далее, там, нигде не было таких вопросов. И именно решаются вот такие вопросы, которые вот как раз-таки практически в жизни, вот как конкретной ситуации рассматриваются. Вот в этом смысл. То есть ребенок должен одновременно уметь и постер создать, и презентацию, и в Excel рассчитать стоимость поездки там, и веб-сайт создать, еще рекламный какой-то там предложить, и при этом соблюдать информационную безопасность еще владеть. Вот примерно в целом такой вот, вот такая картина, как я понял. Вот. Давайте кто-нибудь, может быть, что-то еще выскажется, кто-то, может быть, какие-то идеи есть у кого-то. Поговорите со мной, мне же тоже интересно, чем народ живет-то. А то мы сидим в своих школах, так редко общаемся. Есть у кого-нибудь идеи, предложения? Все поделить, да? Как в том фильме. Коллеги, меня слышно? Может быть, какой-то онлайн-курс сделать? Какой онлайн-курс? Да. О, хорошая идея, хорошая идея. Может быть, какой-нибудь даже специальный сайт создать, да? Да. Чтобы дети, допустим, при желании, ну, так надо только да, чтобы они готовились. Потому что и для учителей такая помощь необходима. Не каждый учитель может подготовить вот этот материал, даже воспользоваться детям. А вот какой-то такой подробный курс, вот, типа как на степике. Да. По разделам. Теория, задания. Хорошая информация, хорошие идеи подаете. Ну, я задумаюсь. Мне нравится такие вещи вообще делать. Ну, главное, чтобы они были полезны для кого-то, не просто вот, там, болтать, сидеть, а чтобы какая-то польза была в результате. Я не знаю, вот так наши. Я вообще переживал, думаю, что за вебинар, толком информации нет никакой нигде. Ну, вот то, что я выжил из этих материалов, вот я вам вот показал. Чтобы был стимул, надо, чтобы были соревнования между школами, между городами, между областями, именно вот такого рода. У нас же нет таких соревнований. По общей информатике, да? Да? Имейте в виду по общей информатике, да? Робототехники, мы соревнуемся, а вот по практическому курсу. У нас только республиканская олимпиада. Да, ну вот именно олимпиаду по практической информатике. Да, всегда, кстати, из-за этого очень сильно переживаем, что такой обширный курс информатики и только программирование участвует в олимпиаде. Нам нужна олимпиада по практической информатике, по офису, по вот то, что вот у вас выделено. Да. Вот это вот было бы вообще время, просто. Что именно программирование было, моделирование было, и еще это было, сейчас скажу, господи, ну вот эти, которые с фотографиями работают. Фотошоп всякие, да? Фотошоп, да, действительно, с фотографиями работать, задавали, отправляли, это районы, городской уровень было, потом все это убрали. Вот можно же включить. У нас только программирование, все, 9, 10, 11 класс. В все, этом да, году записали Дарын Бебрас, и опять его убрали. Международный тоже. Ну вот как раз вот это... Да-да. Как раз вот это исследование, как раз вот это исследование показало, что у нас этого нет. Вот видите, у нас нету этого, и все. Поэтому Казахстан там никаких результатов и не показал в 2018 году. Ну, там а как он показывает, если у нас олимпиады информатиков нету?
У нас программирование, моделирование, робототехника один раз проходит в год, все по нему и даем. 9, 10, 11 класс – это программирование. Все. Нашим политикам сверху надо это доносить, что через директоров школ, еще как-то через управление образования доносить эту информацию, что это комплексный подход должен быть, а не какой-то там… А вообще в идеале было бы две информатики. Да, одна программирование по интересам в школе, а другая общая информатика, которая конкретно в жизни вот нужна, да, человеку. Было бы вообще классно. Да, согласна. Это мое мнение, конечно, не знаю. Ну, тоже мнение учителя. Мои тоже согласны, да. Такое вот. Теоретика. Ой, кто-то пропал. Коллеги, меня слышно, да? Можно я попрошу вас сделать обратно какую-нибудь? Вот я вам ссылочку бросил сейчас в чат. По ней зайдите, пожалуйста, там три пунктика отметьте, если вам не сложно. Будьте так добры. И потихоньку, наверное, будем заканчивать на этом, да? На почту мне напишите, вас не так много здесь, я информацию отправлю вам, могу даже напрямую, может быть, лучше сделаю ссылку на этот, на Google диске, отправлю ссылочку, там скачаете. Я вам почту отправила уже. Спасибо, спасибо, сейчас я сделаю. Не сейчас, значит, понедельник крайний срок. Похоже, да, потому что уже выходные, я уже ничего не хочу работать. Не, я отправлю точно, у нас как в той поговорке, пацан сказал, пацан сделал. Я отправлю обязательно. Пожалуйста, обратную связь оставьте. Вот я ссылочку сбросил вам, хорошо? А я уже все отправила в почту. Спасибо, все спасибо. Спасибо. Оставили обратную связь. Спасибо огромное. Спасибо, что участвовали. Надеюсь, хоть какая-то польза будет от нашего, от нашей встречи. Спасибо большое. Всего первый доброго. Раз участвовал. Всего до свидания. Доброго. До свидания. Всего удачи доброго. Вам всех. Самое главное... Плохо слышно. Спасибо было. Большое. Всего доброго. Спасибо и вам. До свидания. До свидания.